сегодня удалось победить? Ну, вышли, как обычно, с хорошим настроем. Магнитка сильный соперник, готовились к серьезному матчу. Хорошо подготовились и вышли командой, отыграли хорошо. Провели начало матча, забили хорошие голы, 3 гола. Но потом в итоге начали хватать нелепые удаления. Ну, как бы игра выровнялась, они забили свои моменты. Но потом все равно дотерпели, все равно не допускали ошибок, как бы играли друг за друга. Ну и удалось выиграть. Руки у вас лично не дрожали, когда Мазякин с Коваржем на лед выходили? Ну нет, уже тут как бы понятно, что они очень мастеровитые игроки, много выиграли, много рекордов как бы. Но тут нужно наоборот против них только 2 раза лучше настраиваться играть и как бы не волноваться, так скажем. Ну, повели 3-0, такое ощущение, что просто не ожидали и расслабились. Да нет, в принципе, просто как бы это, наверное, хочешь не хочешь, так получается, что когда ведешь в 3 гола, как-то в подсознании, наверное, сидит то, что матч уже почти сделан. И за это такие соперники, как Магнитка, не наказывают, потому что много мастеров, как бы. Ну и поэтому, как бы, хорошо, что вообще не расклеились, как бы пропустили там 2 голы, но сумели собраться и вытянули матч.